Здравствуйте. Продолжаем тематику. Вот эти палочки, это антибактериальные, похоже, для очистки водной системы. Ну, то есть, как в инструкции написано, вскрываем, кладем палочку в раковину, ну, либо в отстойник под раковиной, трубу. И в теории все это будет убивать бактерии и тому подобное. Сразу скажу, да, работает, но мне пришлось сделать вот такую из двух пробок от 5-литровых бутылок контейнер. И я кладу в раковину, вода проходит, соответственно, через нее и через горловину, и убивает бактерии и тому подобное. Да, запах пропал, а отстойник чистый, то есть вещь работает. И сделал маленькую. Ну, это у кого какая горловина. То есть, ну, чтобы вы понимали. Дальше. Все, наверное, уже слышали о том, что есть таблетки, существуют у сиамитов, которые закидываются в бачок. И хватает где-то на месяц. Честно скажу, никогда не замерял, но уже точно использую где-то полгода. Первая версия шла в такой упаковке. Последние версии идут уже в такой. Это еще первая версия не закончилась. Они отличаются только тем, что внутри первой версии данная таблетка ни во что не упакована, кроме вот этой упаковки. А в этой версии она чуть меньше диаметром, но уже обтянута, таблетка внутри этой упаковки, каким-то, ну, материалом, я не могу даже сказать, на что он похож, ну, микросеточка, не знаю. Но смысл в чем? Я ее все равно снимал, эту микросетку, и выкидывал, иначе потом ее выковыривать из бачка придется, она же не растворяется. Вот еще заказал на будущее себе еще одну упаковку. Вещь. Вау-эффекта нет, конечно же, чтобы она за вас еще слив мыла. А, забыл рассказать. В самом бачке у меня был известковый налет. Месяца через 2-3 данная таблетка растворила его. То есть я прошел со щеточкой внутри, и внутри почти как новый. Так что какие-то свойства чистящие все-таки в них есть. Все, спасибо за просмотр.